Добро пожаловать, леди и джентльмены. Я здесь вместе с Джином, Джей-Хопом, Шугой, Чимином, Джонгуком, V и RM. И вы их знаете как BTS. Посмотрите на них. Я думаю, вам кажется, что они окажутся крутыми. Но я проверю их нервы, играя в игру Flinch. Итак, ребята, игра очень простая. Посмотрите туда, там стоит стекло. Здесь находится моя голова, которая будет плеваться в вас фруктами и овощами. Вам нужно будет встать за то стекло, и когда моя голова будет плеваться в вас фруктами и овощами, вам нужно будет не дергаться. Хорошо, первыми идет Джин и Джей-Хоуп. Поехали. Джеймс, я должен сказать то, что они герои, и тебе следует ожидать их реакцию. Ты думаешь, они будут крутыми? И то, что они не дернутся? Они боятся больше всех. Давай, я не боюсь, ты же знаешь. Давайте посмотрим на повтор. Это было потрясающе. Я думаю, вы испугались лучше всех, кто был на нашем шоу. Хорошо, следующие. Чонгук и Ви. Ваш выход. Хорошо, как вы думаете, Чонгук и Ви круче? Они дернутся? Я думаю, они хорошо справятся, им это нравится. Им нравится это? Я буду с открытыми глазами. Ты будешь с открытыми глазами? Ты не думаешь, что испугаешься? Посмотри на их глаза. Не знаю, либо вы правда сильные, либо вы очень напуганы. Посмотрите, они даже не двигаются. Это потрясающе. Это невероятно. Это было очень круто. Посмотрим повтор. Он и вправду не пошевелился. Он не пошевелился, это очень круто. Это было невероятно. Ну что, оживим обстановку? Давайте туда пойдут сразу трое, Чимин, Шуга и RM. Ваша очередь. Джеймс, это первый раз, когда здесь три человека. Это первый раз, когда три человека играют во Flinch одновременно. Вы смотритесь очень круто. Думаете, останетесь такими же крутыми, когда вылетит овощ? Не волнуйтесь, я не боюсь. Не боишься? Давайте посмотрим, сможешь ли ты встать в крутую позу и не дернуться. Хорошо, скажите, когда будете готовы. Было потрясающе. Давайте посмотрим повтор. Леди и джентльмены, эти ребята победители. Не переключайтесь, мы вернемся с Night Show.